Здравствуйте. С давних пор сакральные знания являются тайной для обычных людей. Нам не следует знать, как вызывать демонов, бороться с привидениями, видеть собственное будущее. Но многие люди, несмотря ни на что, стараются заглянуть в неизведанное. К услугам любопытных сейчас множество книг и интернет-сайтов на эту тему. Но в таком случае, почему нашу планету не населяют исключительно колдуны и маги? Сегодня в программе. Девочки решили поиграть в магию. К чему приводят такие игры? Что может прийти в наш мир вместо духа Пушкина? Измена ценою в жизнь. Как помочь мертвой женщине найти покой рядом с неверным мужем? Что делать, когда снятся покойники? Детей всегда притягивает непонятное, страшное, магическое. Наверное, поэтому они так любят жуткие истории. А повзрослев, гадают и стараются заглянуть в свое будущее. И все бы ничего, если бы эти игры не превращались в навязчивую страсть. Ведь иногда самое невинное развлечение может стать серьезной проблемой. Ирина, 13 лет. Решила вызвать духа, чтобы узнать ответы на самые сокровенные вопросы. Ирине было очень страшно. Она знала, что сейчас девочки рассказывают сказки. Но от этого не становилось легче. Ей очень хотелось знать, любит ли ее Сергей. И ради этого она готова была встретиться с любой нечистью. Девочки бормотали какие-то заклинания. Они обещали, если все сделать верно, обязательно появится гномик, исполняющий любые желания. Колдовство запрещено Священным Писанием Библии, и это отрицание Бога, и, в принципе, это можно расценивать как богоборчество. Поэтому с этим нужно быть очень аккуратным и не играться в магию, в ритуалы, в некие обряды, которые кажутся безобидными. И за этим должны следить и родители детей. Потому что мы должны знать, каковы интересы наших детей. Мы должны знать, как они проводят время. Мы должны знать, кто их друзья, для того, чтобы помочь им ориентироваться в этом мире, в котором есть не только добрые, но и злые люди, в котором есть не только искренние, но и лживые, в котором есть те, которые могут обидеть, могут причинить зло, но при этом мы должны научиться к ним относиться не по-злому, а по-доброму и по-христиански. 14-15 лет – это прекрасный подростковый возраст, когда верится во все лучшее, но и во все мистическое. В этом возрасте, безусловно, люди хотят заглянуть в будущее, узнать, что же будет потом и когда это с ними произойдет. Это возраст увлечений, влюбленности и гаданий. Поэтому, когда девочки решили погадать, они были изначально готовы ко всем невероятным мистическим историям, которые их ожидали. И вот эта готовность и, естественно, испуг, который идет за этой готовностью, он, в общем-то, и был полезен в данной ситуации. После возвращения из лагеря Ирина твердо решила отомстить подруге и доказать, что магия существует. В этот книжный магазин она заходила часто. Но сегодня ее интересовала необычная литература. Ей нужна книга о магии,
с точными инструкциями и пояснениями. И она нашла ее. Люди, которые выбирают для себя мистику в качестве практики жизни, наверное, о них можно характеризовать словами Вольбека: в жизни может произойти всякое, но чаще всего не происходит ничего. И в этом смысле большая часть людей проживает свою жизнь в заботах о хлебе насущном, о том, как выжить, о том, как поставить детей на ноги, о том, как неплохо провести время и желательно не очень сильно болеть. И поэтому понятное дело, что в такой жизни хотелось бы завести себе хоть какую-то яркую страницу, хоть какую-то загадочность и хоть какую-то неопределенность. И отчасти мистика выполняет такую роль, наполняя жизнь многих людей смыслом, таинственностью, необычностью, насыщая ее какими-то необыкновенными событиями, которые в реальности никогда не произойдут. Люди хотят магическим способом внести в свою жизнь какие-то изменения, не понимая, что за любое проведенное действие нужно платить. Когда ты приходишь к специалисту, специалист тебе назначает сумму. Ты расплачиваешься этими деньгами. Когда ты начинаешь это делать сам, ты расплачиваешься с высшими силами сам. Что они попросят взамен? Я понятно, я прошу $300, кто-то попросит 10 тысяч евро. Но ты понимаешь прекрасно, что ты уже расплатился, ты уже свободен. Если ты делаешь это сам, ты попадаешь в рабство. Через час девочки с волнением открыли книгу. Тут было все. Обряды приворотов, толкование гаданий, заговоры и даже описание спиритического сеанса. Сначала решили проверить полезность книги на простых вещах. Ира допивала кофе и предложила погадать на гуще. Девочки уставились на стенки чашки, пытаясь что-нибудь там разглядеть. Ирина заметила вишни. Может, это были какие-то другие ягоды, но она была уверена, это вишни. Света стала искать, что это значит. Вишни – это короткая встреча, которая принесет много радости, но еще больше проблем. На следующий день девочки решили заняться более серьезными вещами. Скажем, вызыванием духов. К приходу Светланы, пользуясь советами из книги, Ира приготовила все необходимое. Открыли форточку и дверь, чтобы дух смог войти, и приступили к делу. Решили вызвать дух Пушкина. Если не придет, не страшно, а если появится, ничего плохого им не сделает. Блюдце шевельнулось, потом снова. Светлане даже показалось, что это Ира двигает блюдце по бумаге. Но Ирина клялась, что это не так. Оно двигается вопреки ее воле. Феномен мистики направлен на то, чтобы человеку попроще было признавать и находиться рядом с тем фактом, что он конечен, что рано или поздно он умрет. И, к сожалению, когда это случится,
не в его власти сказать. Совсем немногим доступна самурайская истина, что всякий день хорош для смерти. Это отдельная большая практика. И большая сила духа в этом во всем. И понятное дело, что не всякий человек способен обладать такой силой духа. И поэтому требуются вспомогательные процедуры, например, всякие мистические истории, оккультные практики, гадания и всякое-всякое такое подобное этому. Девочка в 13 лет, которая увлеклась спиритизмом и общением с духами, ее душа, несмотря на юный возраст, имеет большой опыт. И этот опыт ей нужно реализовать. И чтобы эта девочка не попала в психиатрическую больницу и не покончила жизнь с собой, ей нужно понимание и поддержка тех людей, которые компетентны в этом. Вообще любое беспокойство каких-то духов, понимаете, вы на самом деле не знаете, что вызываете. Вы не вызываете в момент спиритизма дух того человека, которого вы называете по имени. Потому что человек давным-давно умер, и душа его совершенно в другом месте. Она просто не может к вам прийти. Вы вызываете какую-то сущность нижнего астрального плана, как правило, темненькую. Или, ну, серенькую, в чью обязанность входит нас пугать и развлекать вот таким вот образом. Блюдце снова зашевелилось. У девочек просто руки дрожали от нетерпения и азарта. И посыпались вопросы. Поеду ли я на море? Как напишу контрольную по математике? Когда выйду замуж? Сколько у меня будет детей? Ира отважилась на главный вопрос. Дух, скажи, я нравлюсь Сергею из параллельного класса? Светлана, чтобы не выказать своего испуга, быстро ушла домой, сказав, что гадание неинтересное. Ирине было по-настоящему страшно. После ухода подруги она поняла, что натворила. Убрала руки с блюдца до того, как успела попрощаться с духом. А это значит, что он либо ушел сердитый, либо до сих пор здесь. Когда девочка прочитала инструкцию, что ни за что нельзя отнимать руки от тарелки, иначе будет очень страшно и очень плохо, ребенок психологически был готов к чему-то мистическому, к чему именно он не знал, но тем не менее ожидание было. Когда человек что-то ожидает, у него напрягается зрение, слух, он очень внимательно трактует какие-либо шумы или какие-либо действия. Ирина впервые пожалела, что мамы нет дома. Девочка привыкла к ее командировкам, но сейчас Ире хотелось, чтобы мама была рядом. И все проблемы исчезли бы. Их отношения нельзя назвать идеальными. Ирина часто чувствовала себя одинокой. Из-за этого и ссорилась с мамой. Ирина проснулась от непонятного звука. Ей показалось, что в комнате кто-то есть. Мигание лампочки она не обратила внимания. У них недавно закончился ремонт, и перепады напряжения были обычным делом.
Но то, что произошло потом, ошеломило девочку. Делать в таких случаях. Если бы девочка была обучена, как поступать в подобных историях, она бы просто остановилась и подумала: да, мне страшно. Почему? Потому что, скорее всего, я еще не готова что-либо сделать, либо, ну, может быть, я не настолько хорошо знаю различные мистические обряды, о которых она читала, и не управляю процессом. В данном случае, как вы понимаете, был просто страх. Первое правило – не бояться. Для того, чтобы не бояться, нужно знать, что ты делаешь, почему это все происходит, да, и с чем вообще ты имеешь дело. Дети, они имеют очень сильную связь с тонким миром, и они могут легко с ним контактировать. И всегда этот контакт успешен. Но, вызывая духов, могут проникнуть и сильные духи, и слабые, и негативные, и души умерших, и все, кто хочет попасть в это пространство. Поэтому в этом есть опасность. И если вдруг у вашего ребенка есть такая склонность, ни в коем случае не запрещайте ему это, потому что все равно втайне от вас он будет это делать, и это приведет к психическим расстройствам личности или к каким-то суицидным наклонностям. Лучше такому ребенку помочь, найти для него мастера, определить путь и сделать так, чтобы эти попытки общения с духами были безопасными. На следующий день, возвращаясь из школы, Ирина увидела у их дома пожарную машину. Сразу поняла, пожар у них в квартире. Мама должна была уже вернуться. А вдруг с ней что-то случилось? Девочка бросилась домой. Ирине приснился страшный сон. Она видела странного мужчину, который ходил по ее комнате, приближаясь и отдаляясь. А цветы в горшках увидали на глазах. Потом мужчина повернул к ней голову без лица и сказал: «Ты будешь последней, мне нужно твое тело». Ирина поняла, дух не оставит ее в покое. Он пытается ее убить. Если бы мама вовремя не почувствовала запах гари, его замысел мог осуществиться. Она могла просто задохнуться. Ирина решилась рассказать маме все. И о гадании, и о духе, и о снах. Девочка боялась, что мать не поверит, но та выслушала ее очень внимательно. На следующий день позвала в дом священника. Она давно собиралась. Вот и повод нашелся.
Но со священником не сложилось. Злой дух не впустил священника в квартиру. Часто бывает так, что люди, которые находятся в близких отношениях с таким человеком, вот с таким визуализатором, они часто очень индуцируются от этого человека и с удовольствием тоже начинают видеть признаки наличия этой самой сущности. Это известный феномен, который называется индукция. Священнослужители в чистом виде демонологию не учат, они учат много, что с этим связано, но каждый христианин знает, что он может победить злого духа, победить демона, если будет искренним в своей молитве. И во время крещения каждый из нас отрекается от дьявола и служения его, и фактически своей жизнью, своим крещением бросает вызов злу и побеждает его, потому что сочетается в своей жизни Христу. Священник, ну, вряд ли бы помог в этой ситуации, к сожалению. То есть он бы его погонял, этого духа, дух бы там ослаб, но он через какое-то время потом все равно бы вылез, потому что ему некуда деваться, понимаете? Просто оно заперто в клетке, вот в этой квартирке. Оно мучается, мечется, злится, потому что его вызвали. Оно голодное, потому что его, естественно, никто не додумался накормить правильно. То есть это фактически как животное, которое вы заперли в квартире. Ночью Ирина снова почувствовала, что в ее комнате кто-то есть. Открыв глаза, увидела перед собой Сергея, парня из параллельного класса, в которого была влюблена. Он наклонился к ней с поцелуем, и она радостно потянулась навстречу. Но когда они должны были коснуться друг друга, она открыла глаза и увидела вместо Сергея чудовище. Времени для размышлений не было. Она устала бояться. Книга сгорела во время пожара, поэтому девочка нырнула за советом в интернет. Ирина нашла какое-то невразумительное объяснение, разбудила маму и попросила ее помочь. Мать согласилась. Энергетика ребенка не совсем является энергетикой матери, просто у них общее энергетическое поле. Поэтому нужно всегда думать, заботиться и беспокоиться матери о себе для того, чтобы находиться в нормальном состоянии, чтобы это не отразилось на каких-то психопатических состояниях ребенка. А если ребенок учится магии, значит, он уже выходит из пространства материнского союза, вне зависимости от своего возраста, он является самостоятельной единицей. Духи детям не игрушка, потому что мы никогда не знаем, что мимо нас проходит в пространстве. Хорошо, если это миленькая серенькая, а вдруг это какой-нибудь демон достаточно серьезного порядка, который просто раздраженный, злой, проходит мимо, и тогда это будут не просто пожары, это может довести человека до смерти. Чтобы отправить демона назад, нужно еще раз провести тот же ритуал, но закончить его. Взявшись за руки, мать и дочь разложили магический круг. Снова зажгли свечи и положили блюдце. Когда демон откликнулся на их просьбу, они вместе произнесли: «Мы отпускаем тебя домой. Спасибо. Прощай». Снова подул ветер, свечи погасли. Ирина была готова к этому и не отнимала рук от лица. Ей послышался чей-то голос, а потом все стихло. Той ночью в квартире ничего не произошло. Ирина наконец-то спала спокойно. Всегда есть момент того, что духа, которого ты вызывал,
его нужно отправить обратно. И это получается зачастую не всегда, если нет должного опыта, если нет должного специалиста рядом. Поэтому я так понимаю, что просто была допущена ошибка. Гадания любые должны все-таки проходить со специалистами. Можно только порадоваться, что у этого ребенка такая замечательная мама. Потому что чаще всего родители пытаются перетянуть детей на свою систему координат. И получается как бы некая стенка на стенку. Ребенок говорит «я верю», родитель говорит «ты не веришь». Ребенок говорит «это страшно», родитель говорит «это не страшно». К счастью, родители, которые ценят мировоззрение своих детей, понимают, что нужно сделать очень простую вещь. Где заколдовано, там расколдовано. К счастью, эта история закончилась хорошо. Матери хватило разума и выдержки понять дочь и ради ее спокойствия вместе провести ритуал. Книжка с магическими знаниями сгорела во время пожара. Но где гарантия, что она не появится снова? Сегодня в любом книжном магазине подобной литературы в избытке. Будьте бдительны. Интересуйтесь тем, что читают ваши дети. О покойниках или хорошо, или ничего. Это известно всем. Считается, что смерть перечеркивает то плохое, что человек совершил при жизни. Но так ли это на самом деле? А может, кому-то приходится искупать собственные грехи даже после своей смерти? Ольга, 32 года. После развода решила начать жизнь сначала и переехала в деревню. Ольга уже полгода жила в этой богом забытой деревне. После развода хотелось быть подальше от всего, что напоминало о супружеской жизни. Но мысленно она постоянно возвращалась в то мгновение, когда окончательно убедилась в измене мужа. Даже тут, в глуши, она не искала себе друзей. Жила замкнуто, общалась лишь по необходимости. Ей хотелось тишины и покоя. Ольга нашла для себя странное развлечение. Она гуляла по кладбищу, всматривалась в фотографии на могилах и пыталась представить, каким был покойный при жизни, как он жил, почему умер. Вот эта бабушка была хорошей хозяйкой и очень любила внуков. А этот мужчина был одиноким, слишком грустные глаза и могила неухоженная. Может, и умер в одиночестве. Ольге больше нравилось рассматривать старые могилы, и она почти не заходила на участок со свежими захоронениями. В тот день на душе было особенно неуютно. И что-то заставило ее подойти к свежей могиле. Ольга внимательно рассматривала фотографии. Оба молодые, наверное, муж и жена. Ее догадки подтверждала надпись. Тут была похоронена супружеская пара средних лет. Они умерли в один день. Ее раздумье прервало появление незнакомого старика. Во избежание общения Ольга поспешно ушла. Пожилые люди часто бывают на кладбище. Они
естественно, общаются друг с другом. И особенность сельских людей в том, что они громко разговаривают. Они привыкли не стесняться своих проявлений чувств, своих мыслей. Поэтому то, что девушка не знала реальных историй о людях, на могиле которых она находилась, вряд ли. Скорее всего, она все-таки слушала, слышала и делала определенные какие-то выводы, которые у нее трансформировались в истории. Если человек периодически приходит на кладбище, чтобы уединиться, или приходит к могиле родственника, это нормально, в этом нет ничего плохого. Если человек занимается кладбищенской магией, некромантией или вудуизмом, это тоже нормально, это просто его работа. Но если человек любит приходить на кладбище, то это серьезная болезнь. И это не магия, не воздействие, это просто психическое расстройство. И, к сожалению, такого человека не тянет на смерть, самоубийство или в потусторонний мир. Он просто психически болен и в реальной жизни наносит вред людям. Человек, который часто и много времени проводит на кладбище, может заработать как психологическое истощение, психическое, так и энергетическое. Ну а в худшем случае, наверное, заработать подселение. Уже лежа в постели, женщина долго размышляла о причине смерти этой пары. Что должно было случиться, чтобы люди умерли в один день? Просто как в сказке. Такие молодые. Ее жизнь совсем не похожа на сказку. Лучше бы они с мужем тоже умерли в один день. Ночью к ней пришла женщина с кладбищенской фотографией. Она что-то говорила, плакала, о чем-то просила Ольгу. Оля замерла, потом начала кричать. Проснувшись от собственного крика, поняла, что это сон. Мы не знаем причины, по которой бывают те или иные явления. Более того, о ней мы можем говорить только после прошествия тех или иных событий. И всякий раз, когда мы встречаемся с явлениями умерших, это для нас призыв помолиться о их упокоении. Всякий раз, когда мы слышим о них что-то, мы должны проверить это на соответствие библейскому пониманию жизни, евангельскому пониманию жизни. Когда покойник приходит и что-то просит, нужно делать то, как говорит покойник. Потому что для умершего человека это очень большой, понимаете, для него это дикий рывок, им очень тяжело сюда прийти. А вот наша героиня, она просто, понимаете, она вошла в контакт с мертвыми. Потому что не просто бродила по кладбищу так непонятно чего, она интересовалась этими людьми. Покойникам им там, понимаете, бывает скучно. Потому что мало кто к ним там ходит, мало кто ими там занимается. Весь день она усердно занималась домашним хозяйством. Оля приняла решение – на кладбище ни ногой. Ей и своего горя хватает, зачем ей чужие беды? Прогулками по кладбищу покончено, решила она. А то, чего доброго, к ней все покойники будут приходить за помощью. Несмотря на то, что она сдержала слово,
Женщина снова пришла к ней во сне. У Ольги сдали нервы. Утром, попросив оставить ее в покое, Ольга отнесла на могилу ночной гости лучшие розы из своего сада. Засыпала спокойно, надеялась, молитва на могиле поможет. Но так не случилось. Не успела Ольга закрыть глаза, как ночная гостья снова была рядом. Женщина понюхала розы и вместо «спасибо» взяла Ольгу за руку и повела по ночной деревне. Сон был удивительно реальным. Женщина зашла во двор школы и стала рвать цветы. Но ее руки не касались цветов, проходили сквозь них. Все усилия были напрасны. Женщина злилась, что не может сорвать ни одного цветка. На самом деле символика снов для каждого человека индивидуальна. И в данной ситуации цветы для нее, еще тем более желтые цветы, означают прощание. И этой девушке был дан четкий знак, что она, если она не хочет попасть психиатрическую клинику, должна распрощаться с кладбищем, с походами на кладбище и как-то изменить свою жизнь. Церковь не придает мистического значения традиции приносить цветы на кладбище. Скорее, это народная традиция. Более того, церковь не придает значения количеству цветов или их качеству, там, живые или искусственные. Церковь говорит об одном. Если есть молитва, и есть поминание умерших, это может иметь вокруг и какое-то украшение. А если же наше поминание превращается просто в некие ритуальные действия и не сопряжено с молитвой, то здесь как раз и начинается язычество. Утром, едва взошло солнце, Ольга побежала к школе. Если женщина хотела именно те желтые цветы, она нарвет их и отнесет на могилу. Лишь бы она больше не приходила. Ольга рвала цветы, как в тумане, и не заметила, как к ней подошел какой-то старик. Потом поняла, что это тот самый дед с кладбища, работавший школьным сторожем. Дед стал ее ругать, а потом вдруг сказал, что его дочь тоже любила эти цветы. Женщина из снов работала здесь учительницей. Недавно она вместе с мужем погибла в автокатастрофе. Умерли в один день. Ольга поняла, что женщина, приходившая к ней во сне, дочь старика. Но рассказать ему об этом не решилась. Бог знает, как он отреагирует. Может, решит, что она сумасшедшая, но цветы на могилу отнесла. Ольга боялась заснуть. Она устала от ночных кошмаров, но почему-то совсем не удивилась, снова увидев ее. Женщина коснулась головы Ольги, и та увидела все.
Они с мужем едут по городу. Вот начали ругаться в машине. Потом он сказал, что полюбил другую и уходит от нее. Она схватила руль. Оля увидела, как нашли их тела, и поняла, что женщине невыносимо лежать в одной могиле с изменником. Она не может обрести покой. Напоследок женщина стала умолять разделить их. Ольга была потрясена. Она думала, что погибшие в один день муж и жена были счастливой парой. А все это совсем не так. Эта история говорит о том, что при вхождении в контакт с умершими мы говорим с чистой душой. С душой, которая дает нам информацию, которая освобождена от наших человеческих стереотипов, морали, воспитания, вообще всего наносного. Она ему говорит правду, отвечает на наши вопросы. То есть вот этой девочке, да, которая пережила такой развод, она ей дала ответы, исчерпывающие, на все ее вопросы. Во снах человек редко видит себя, потому что подсознание ему запрещает это делать. И происходит некий заместительный эффект. То есть вместо себя ты можешь видеть любого знакомого, который тебе это напоминает, и рассматривать сон как некий обратный ход. То есть там, где участвуют близкие тебе люди, скорее всего, задействован ты сам. Вряд ли какой-то человек, размышляя о смерти, скажет, что я бы и в гробу не хотел лежать с этим человеком после того, что он со мной сделал. Но, скорее всего, именно эта фраза, она могла быть у нее в голове, потому что, когда она увидела могилу, где лежала семейная пара, она сначала порадовалась за них, потом вернулась мыслями к себе, представила, что если бы она со своим мужем в какой-то момент оказалась в какой-то катастрофе, то хотела ли бы она, вот, чтобы ее вместе с этим изменником, человеком, который, в общем-то, достаточно испортил ее жизнь, хотела ли бы она лежать вместе в одной могиле? Естественно, что подсознание во сне выдало ей эту же информацию. То есть во сне она наконец-то признала себе, что да, она настолько не любит этого человека, она настолько не готова с ним быть рядом и простить его. Утром она пошла на кладбище и сама заговорила с дедом о дочери. Оказалось, старик давно знал правду. Муж ей действительно изменял. Все, кроме нее, знали об этом. Мыслеформа – это та мысль, которую ты регулярно продумываешь, которую ты прорисовываешь и создаешь, скажем так, хронологию развития событий. Если ты просто создаешь какую-то картинку, это тоже можно сказать, назвать мыслеформой. Но, скорее всего, в большинстве своем это полноценный ряд событий, которые имеют свое начало и имеют свое логическое завершение. Если могила запечатана, тогда уже все. Но она бы, я думаю, не приходила бы, если бы могила была запечатана. Свежая могила до 40 дней. Выкапываем и переносим. Ну, невыносимо ей там лежать. Ну, не может она лежать рядом с человеком, который любил другую женщину. И ее так обманывал и обижал. Не нужно поддаваться искушению, эксгумации, выкапывания, разрывания могил. Нужно молиться о упокоении душ. И одной души, и другой. Потому что это скорее искушение, возможно, искушение для этой женщины, которая ходит по кладбищу. А ей нужно научиться молитве, а не
просто пребыванию в том месте, где ей кажется, что она ближе к своему погибшему супругу. Ольга решила действовать. Она не могла допустить, чтобы умершая женщина мучилась в одной могиле с предателем. Но в конторе разрешения на эксгумацию не дали. Предварительно попросив разрешения у церкви, она рискнула действовать сама. Ночью они с дедом раскопали могилу, вытащили гроб его дочери и перезахоронили. Будь что будет, но последнюю волю покойной они исполнили. Уставшая и измученная, она заснула с мыслями о своей несчастливой женской доле. Но, как оказалось, покой ей даже не снился. Иногда, чтобы понять, что не следует сетовать на свою судьбу, нужно столкнуться с несчастьем другого человека. Как говорится, все познается в сравнении. Прошу вас, делайте правильные выводы и берегите себя. До встречи.